Всем привет, с вами Пенни Прец. И если вы не в курсе, то я вам сообщаю, что сегодня у нас понедельник. А понедельник — это самое время, чтобы объявить новый воскресный розыгрыш. И на этой неделе в воскресном розыгрыше у нас принимают участие вот эти вот три лота. P2000, AUK и FAMAS Стержант. Все, что нужно вам, что нужно для того, чтобы принять участие в розыгрыше. Вам нужно быть подписчиком канала от одной недели, поставить лайк именно вот этому видосу и под видосом написать комментарий минимум из 5 слов. Именно слов, ребята, не и на, за, в, под, через, там, да. Ну, через можно, это уже как слово, там, да. Вот. Пишите 5 слов, присутствуйте на стримчике и забирайте свои скины. Вот. Ну, а я полетел крутить кейсы. Сегодня я это буду делать на кейс-баттле. 2 недели я здесь не был. Я не знаю вообще, он соскучился по мне или нет. Я не скажу, что я по нему там скучал прям, да, еще что-то. В общем, 200 закинул, промокод взял отсюда. Старые промокоды, которыми пополнялся, не действуют. В общем, есть фри-кейс, давай крутанем. Посмотрим, рад он, насколько рад, насколько он мне рад. По-моему, ни хера не рад, да? Ну, не рад, вот. Вот это бы было бы по... Если бы вот это выпало, я бы понял, что он мне рад. Но он не рад. Не рад, и что же? Что будем делать? Что будем крутить? В общем, разогреваться будем на Сильвере Элита. Да, в принципе, я и не думаю, что имеет смысл что-то крутить другое после двухнедельного перерыва, после того количества раз, сколько он меня здесь слил. Вот, видишь, как бы... Посмотрим, что. Не знаю, может, побалуемся снова апгрейдами. А, это револьвер янтарный градиент, да? Не, ну так-то за 68 это нормально, сильверкейса. Это прилично даже сильверкейса, я хочу вам сказать. Вот, ну это... Ну, в принципе, и лесничий окупает. Пока что несколько скинов, которые нас окупили. И смертельный яд нас окупил. Обалдеть, неужели... Неужели он рад мне? Неужели он мне рад? Бронза... Стес, блядь. Какая-то... Хуйня, реально, бронзовая декорация. Сизика бронзовые декорации за 200 падают. Отсюда, блядь, да. За то, сколько... За те деньги, сколько стоит, падают. Не понимаю. Не понимаю, как это работает. А чё здесь? Вот давай дань уважения. Алоха, ой, ёпты, ты здесь ты меня преследуешь. И здесь ты меня преследуешь, алоха. Чтоб тебе было плохо. Алоха. О, это что? Ну-ка давай еще разок крутанем. Это ты что мне? Бородульку выписываешь, да? Пыльник. О, походу надо сваливать отсюда. Похоже надо сваливать. И что у нас тут получается? 179. Не, ну, чутка. Чутка, конечно, мы окупились, да? Чутка мы, конечно, окупились. Так, и что мы можем сделать? Давай мы контракты. Контракты, естественно, мы закинем. Все. Давай все вот это вот закинем в контракты. У нас это на 33 рубля контракт. Пишем счастливую букву. И она оказалась ни хера несчастливой. Ну ладно, это у нас столько получилось. Блин, я тут, короче, залез к себе в инвентарь и понял, что... Ёб твою дивизию, у меня же... Совсем не осталось скинов на субботний розыгрыш. Я думаю, что с этим делать? Что с этим делать? Так, у меня сейчас есть 105 рублей. Давай мы крутанем 2 Амонга. Только я вот не знаю, зеленый, розовый и желтый крутануть или зеленый и красный. Ладно, давай по порядку пойдем, посмотрим, что с них будет. Посмотрим, посмотрим, как радуются Амонги. Чем, вернее, радуют Амонги? Ничем. А, ну, почти, да, почти. Но это херня. Почти, почти радует, да. Ну, давай посмотрим, чем розовый радует. А, скучал ли по мне розовый? Тоже, походу, не скучал. О-о-о, ё-моё, розовый. Пиздец, ты вообще не рад меня видеть, да, получается? Ну, я тебя тоже не рад видеть. Если честно, я тебя тоже не рад видеть. Малахит. А вот это да. Вот это поприятней. Вот это поприятней. Желтенький. Блять, когда мне тут малахит падал в прошлый раз, он что-то 2 сотки стоил. Жертвенность. Ну не надо мне тут жертву из себя строить.
Так, что я до сотки не напиндюрил, да? Так, давай красный, подожди, красный. Ну ладно, давай еще разок красный. Посмотрим. Ну, что-то не то, да? Смешанный камуфляж. Не, ну ты как бы тоже окупил. Ты красавчик там, да? Ну давай тогда еще разок тебя. Но это не то, блядь, это совсем не то. А, он сейчас меняется. Это гидра. А вот малахит, да, 93. Но дикая моль, 60 рублей, да, 100? 93. Так, ладно. Так, давай тогда мы аса крутанем. Может, хоть Among Us, хоть рад меня здесь видеть. Ну, не так, чтобы очень, да? Ну, не так, чтобы очень сказать, что он прям рад видеть меня. Ну, все-таки охерон. Охереть. Among Us, Among Us. Что-то ты не радуешь. Серьезно? Серьезно? За 36 рублей? Ты что, в натуре, что ли, блядь? С дуба ебанулся. Ох, кейс батл, кейс батл. Не зря я на тебя не заглядывал. Не зря я на тебя не заглядывал. 215, тем не менее, да? Тем не менее, 215, но это все... Все это... Так. Пожди, чё? Так, ну-ка, стой, в апгрейды, если... Я не знаю, может... Может, все продать и крутануть два аса? Либо из этого попробовать контракт словить 10%-ный. Давай, ладно, 10%-ники половим. Давай половим 10%-ники. А то что-то тут прям... Кто не пишет, все пишут, что это скам. Сайт скама стал, да? Вот, это балда. Давай еще раз тебя попробуем. Так, это шляпа. Но. Зайдешь? Зашел. Найс. Найс, это уже что-то хорошее, да? Так, ну тогда можно... Так, рублев от 200 поставить сейчас. Парочку попыток сделать вот таких, да? Так, мне надо выбрать от 200. Так, и что бы выбрать? Ну давай снова тебя, только по качествам побольше, да? А почему ты... Подожди. Я ж от 200 написал. Что ты мне тут, блядь, опять бороду какую-то вписываешь? Азимов, да? Ну, давай малахит вот этот попробуем. Ну, давай. Так, это мимо. Это мимо. А это да, да? А, нет, это тоже мимо. Ну, ладно. Я тебя услышал. Вы были услышаны. Вы были услышаны. Хочешь, чтобы я неглубокую могилу попытался, да? Сделать. Ну, давай попытаемся. Нет, да? Нет. Так, и чё? Так, 300... 350. Солнце... Вот, это за 360. О, кибербезопасность. Блин. Интересно, интересно, девки пляшут, да? Что делать? Ладно, что мы делаем? Что мы делаем? Мы ставим тебя на. Может, процентов на 30 тебя поставить? Давай. Да, ну, блин, давай вот кибербезопасность тебя попробуем вымутить. Зашел. Хер в рот зашел, понятно? Так глубоко, что аж поперхнулся. Ах ты ж падла, да? Ах ты ж падла, вот ты гад какой. Не хо... Столько сливов получается, и он не хочет заходить. А если тебя? 43% шанс.
Да похуй, сольемся, так сольемся, блядь. Если не сольемся, то хоть скин какой-то приятный вытащим. Короче, давай в пизду, блядь. Мудака. Зайдет, блядь, зайдет. Сука, еще и на 10% зашел, прикиньте. Вот ты тварь. Тут даже на 5% он заходил. Я в душе чихпых. Ну, ладно. В принципе, чё? Я считаю, начало хорошее. Ах ты, падла, ты что мне ее за... А, все, он, короче, наебнулся, сайт. Все, он, блядь, сделал все для того, чтобы только мне это... Скин не отдавать. Он даже нахуй вылетел. Давно. Не, ну, в принципе, если он вот так вот... Рефреш. О, ожил, да? Ожил, да? Вот, я тебя заберу. Выведу в Steam. Вот такая встреча на кейс батле. Это ж кейс батл, да? Ну, отбил бабки, сверху чуть-чуть наварил. В общем, нормально. В общем, нормально. Ребята, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. И, конечно же, участвуйте в розыгрышах, которые у меня проходят. Всем пока и до новых встреч.